Европейский Союз выделил 350 тысяч евро на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в результате наводнений в Пакистане. Пострадавшим также будет оказываться психологическая поддержка. Муссонные дожди, продолжающиеся в Пакистане с июня, привели к масштабным наводнениям и оползням на всей территории страны. В начале месяца правительство страны в связи с тяжелой паводковой ситуацией объявило в стране чрезвычайное положение, обратилось к ООН и другим международным организациям за предоставлением срочной гуманитарной помощи. В спасательных операциях задействованы военнослужащие пакистанских ВВС и ВМС, а также армейская авиация и военная инженерная техника. Число погибших в результате наводнений достигло 830, более 93 тысяч домов по всей стране разрушено, около трети из них восстановлению не подлежат.